Тарифы на услуги такси могут вырасти на 5-10%. К такому выводу пришли в общественном совете по развитию такси. Одной из причин повышения стоимости эксперты назвали рост цен на топливо. В объединении уточнили, что таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин, поэтому высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов. Отмечу, что в Башкортостане за год цены на бензин в среднем выросли на 4%. В ряде регионов уже ощутили повышение стоимости на такси. Так, в этом году в Федеральную антимонопольную службу поступило около 60 жалоб на перевозчиков. Большое количество претензий из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода и Астрахани. Несколько последних недавних лет шла ценовая борьба между крупными компаниями за отвоевание своей доли рынка. Соответственно, цены на такси были достаточно низкими, и сейчас они, наверное, будут приходить к какому-то своему реальному уровню. Второй момент. Не факт, что будет повышение цен, потому что у нас заходит потихонечку в российские города крупный китайский агрегатор Didi. И, возможно, опять начнется очередной виток ценовой борьбы, и цены могут на какой-то период времени даже не повыситься, а понизиться. Ну вот в сервисах Яндекс.Такси и Везет не стали делать прогнозов по ценам на услуги. В компаниях отметили, что стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации.